Как живет и развивается Октябрьский район Самары? Какие программы благоустройства были реализованы в 2022 году? Рассказываем про положительный опыт работы Совета МКД. Смотрите программу «Совет моего дома» 1 февраля в 19:30. Гости в студии Сергей Радько, глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, и Татьяна Гавришина, председатель Совета МКД номер 41 по проспекту Масленникова.